Здравствуйте, уважаемые зрители! У нас сегодня в Эстонии 106-я годовщина независимости. Приехала в центр города, движение все привычное перекрыто, автобусы ходят какими-то окольными путями. Ну вот, все-таки доехала. Людей очень много, просто столпотворение. Сейчас будет парад на площади. В общем, что смогу, то сниму, потому что народу ужасно много и близко не подойти будет наверняка. Вот отсюда даже тоже плохо видно все, какие-то ограждения, заграждения стоят. Кругом стоит полиция, регулирует пешеходов, их движение. Также и дороги перекрыты на всякий случай. Вон, видите, какая бронетехника стоит мощная, чтоб какой-то автобус не заблудился случайно. В общем, для тех, кто не в курсе праздника Дня эстонской независимости, я могу пояснить, что в Эстонии вообще-то два праздника независимости. Один отмечается вот сегодня, 24 февраля. И почему 106-я годовщина? Потому что отсчет этой независимости ведется с 1918 года, когда Эстония получила независимость из рук Ленина. А второй праздник называется День восстановления независимости. Ну и он отмечается 20 августа. Это имеется в виду тот самый путч, который был в 1991 году, и когда Эстония получила вновь свою независимость. Вот с тех пор и ведется другой такой отсчет, День восстановления независимости. Ну, в общем, навряд ли, наверное, мне удастся что-то хорошо снять, потому что людское море, и людское море только, наверное, и сниму. Ну, посмотрим. Thank you.
Парад закончился, людские потоки устремились назад к дому. Просто не пройти ни на светофоре, нигде, никуда, к транспорту. И вот посмотрите, где люди смотрели парад. Хорошая обзорная площадка.